идем в военный магазин «Полигон» покупать огнетушитель и газовый баллончик, на всякий случай. Нашли на Дыбенко. Не знаю, что это. Сейчас посмотрим, что там можно купить, а что нельзя. Потом расскажу и покажу. Не знаю, можно ли в магазине снимать. Если будет возможность, сниму. Вот тут мне нравится. Хорошо, я тоже. Котелки армейские. Греча со свининой. Цыпленок с рисом, овощным соусом. Кипятильник электрический. Может, кипятильник надо взять? Средство для розжига. Сухое горючее, буженина. Собственным соком. Рожден в СССР. Одеколон. Пиловато. При ожогах. Что такое без воды? Шампунь. Без воды для тела. Тройной одеколон. Then Energy Green. Вот какой-то набор выживальщика. Грим маскировочный 970. Пила карманная. Мам, я нашла пилу карманную. Пила карманная 1200. Вот набор есть с фонариком, свисток. Пошли вон там. Ну, посмотрю сейчас, что там. Где? Вот, в коробочке маленькая. Очки, маска. А, кстати, я еще хотела противогаз посмотреть. Да. А что? Нет, ну вот, смотри, термос армейский. Интересно. Мыло. Это совсем военный магазин. Тройной одеколон. Я уже, да, это все сняла. Питьевая система. Интересно. Кружки есть? Спички. Честно говоря, ассортимент этого военного магазина нас очень удивил. Мы вообще никогда не были в таком вот магазине. Море всяких часов, вот такие, допустим, на цепочках, и вот такие вот сувенирные. Ремни, бляшки, все так интересно было рассматривать. Даже рогатку мы узрели в витринах этого магазина. Ну а также всякие фуражки и даже солдатики для детей тоже продаются здесь. Танчики, машины, бронетранспортеры, вертолеты. И думаю, что это даже все работает. Военную форму можно прикупить в этом магазине. Огромное количество тельняшек, фуражек, даже игры настольные, ну и, конечно же, погоны. А также мы узрели здесь наручники и милицейские дубинки. Кобуру для ношения оружия. И все это было так интересно разглядывать. Очень большой ассортимент именно военной формы в этом магазине. Это, наверное, даже специализированный такой магазин, где военные покупают себе специальную одежду. Ну, а также различные магнитики, бляхи, брелки, шарфы, платочки даже, или как флаги получается это, вымпелы различных организаций и униформа. Так, мы тут нашли всякие рюкзаки и сумки, военную обувь, ну и различные куртки. А
А еще нам показалось очень интересным, разглядывая витрины, мы нашли вот такие вот блокнотики. Нам с мамой приглянулся вот этот вот блокнот снайпера. Ну, также есть книжка сержанта, книжка старшины и блокноты записей прыжков и так далее. Также мы решили купить компас. Ну и стали разглядывать другие значки и увидели значок комсомольца, октябренка и пионера. В пионеры я, кстати, еще успела вступить. Это был последний год пионерии в Российской Федерации. Ну и также очень много различных орденов. Ремни с бляхами очень интересно было просматривать. Также боекомплект, зубная щетка, крем и так далее. И часы на цепочках нам показались интересными. А также вот такие вот сувенирные часы в виде погон. А еще мы просматривали огромное количество бескозырок. Полиция, ФСБ, МЧС, морячка, Черноморский флот, автомобильные войска и различные погоны, магнитики. В общем, очень было интересно. Но то, зачем мы ходили за перцовым баллончиком и огнетушителем, мы не нашли. Зато купили кое-что другое. И сейчас я вам это продемонстрирую. Ну вот, купили два сухих горючих. Это для того, чтобы огонь разжигать в холодное время суток и в дождь. И космическое одеяло. Сейчас расскажу и покажу, что это такое. По-другому это называется покрывало спасательное. Если там в воду зимой попадешь, накроешься, укроешься и вроде как должен согреться. Но одежду с себя снимать не надо при этом. Так, ну посмотрим. Если честно, еще ни разу не видела, как оно выглядит. А так это просто как бы фольга получается. С одной стороны серебристого цвета, с другой золотистого. Челсику нравится, да, Челсик? Оно не раскрывается. Золотистой стороной наружу. Надо в него укутаться. Спать в нем нельзя. В нем только согреться или охладиться. Жаркую погоду, естественно, охлаждаемся. Укрываясь серебристой стороной наружу. Оно не должно плотно прилегать к телу. И я уже зажарилась, если честно. Хотя вроде бы должна. А если мы замерзли, то золотой частью к солнышку и согреваемся. Пьем чай и плотно не заматываемся. И согреваемся. Челси? Чел? Тебе нравится? Где Мася? А Масю спасать надо! Масю согреем? Масю тоже подальше отсюда. Что-то тут происходит. Челка. Страшно? Страшно? Иди в домик. Сейчас мы тебя согреем. Да, в космос ее не отправишь. Белкой и стрелкой она не станет. Боится. Согрей, Челсика, как раз мокрая. С улицы пришла, сейчас согреешься. Вот так вот мы и живем. Главное, Масю спасти. Да? Я не знаю вообще, что это такое. Что происходит? Вот так вот мы готовимся. А к чему? Я расскажу в следующий раз.
пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч.